Мисс Крофт, прошу прощения за беспорядок в фойе, но пока вас не было, прибыла довольно большая партия древностей. Я планировала разместить ящики в галерее, но почему-то включилась сигнализация, заблокировав помещение изнутри. Хуже того, рабочие отключили воду во всем доме, чтобы завершить постройку флигеля возле бассейна. Есть и приятная новость. Я нашел ваш пропавший дневник. Я положил его в тайник в вашей комнате. Всегда преданный вам Уинстон. И когда их копыта сотрясли землю за его спиной, Гилиад собрал последние силы и натянул тетиву лука. Испытание Гилиада, том 1. Это скучная книга. Так он и стоял там, уверяя всех, кто проходил мимо в своей грядущей победе, пока не пришел черед вернуться на корабли. Он покинул Афины с великой миссией. Интересно, от чего эта штука? Самая важная вещь, которая спасет вас в беде, это стремление выжить. Коренное население Коста-Рики почти полностью вымерло из-за болезней, завезенных конкистадорами. Немногие дожили до окончания строительства столицы. Никогда не любила запертые двери. Но новый фараон был недоволен текущим порядком вещей. Рамзес II жаждал большего. Он мечтал об империи настолько великой, что все человечество было бы ослеплено ее блеском. Однако самые увлекательные легенды окружают знаменитый кинжал Жаана и его невероятную силу. На этом месте в VI веке до нашей эры между Авентинским и Палатинским холмами был построен большой цирк. Понятно, почему отец тут ни разу не заблудился. Великий шелковый путь каждый год приводил в эти края тысячи путешественников. Вскоре Дели заполонили купцы, предлагавшие товары всех мыслимых видов. Я их уже все прочитала. Всякий, кто имеет представление о минералогии, придет к тому же выводу. Камень Изиды сформировался где угодно, но только не на Земле. Пока он пытался унять дрожь, Гилиад достал отравленную стрелу из своего колчана.
Испытание Гелиада, том 2. Море поглотило руины Атлантиды почти 10 тысяч лет назад, когда начали таять ледники. Во что бы мне пострелять? Когда испанцы почти стерли империю инков, горстка выживших спряталась в горах, где исчезла навеки. Легенда гласит, что они укрылись в таинственном городе Вилкабамба. Это мне пригодится. Так-то лучше. Под землей может случиться всякое, однако главная опасность, подстерегающая спелеологов, — отравление метаном. Этот газ трудно обнаружить в воздухе без специального оборудования. Корни индийского фикуса растут без устали во всех направлениях. Немало древних храмов Ангкора рухнули из-за того, что корни протиснулись в маленькие отверстия между огромными блоками. Солнечные часы были придуманы тысячи лет назад и стали одним из самых первых устройств для измерения времени. На внутренней стороне обложки начертаны цифры 11, 2, 7. Интересно, что они значат? Эта вещь должна быть в саду. Как она здесь очутилась? Лайнер Марии Дория так и не был найден, однако охотники за сокровищами со всего мира регулярно прочесывают район, где затонул корабль. Я это уже читала. Thank you.
Но что еще лучше, новые патроны 50-го калибра обладают цельнометаллической оболочкой, призванной увеличить начальную скорость и импульс. Другие ловушки обладают схожим закрывающим механизмом, однако лишь египтяне в совершенстве освоили безжалостные, но эффективные крючья. Интересно, читал ли его Уинстон? И Гилиад знал, что шестеренки его сердца никогда не закрутятся вновь, ибо он пожертвовал свою любовь для спасения царства, за которое так долго сражался. Испытание Гилиада, том 3. Только познав нашу историю, мы сможем учиться на ошибках прошлого. Есть доказательства того, что древние эскимосы вырезали подробные карты родного побережья на мамонтовой кости. Розовый цвет — это новый черный. По легенде, правители Тибета спустились на землю по веревкам, привязанным к небу. Когда владыка умирает, небесные существа подтягивают веревку, забирая его тело наверх. Как отметил Чарльз Кейн в своей великолепной книге о железном занавесе, есть немало исторических фактов, оспаривающих пользу стратегии крепости во внешней политике. Здесь чего-то не хватает. Нет.
Да, время никогда не стоит на месте. Он поможет мне попасть в труднодоступные места. У центральной скульптуры не хватает нескольких частей. У центральной скульптуры не хватает нескольких частей. Это сократит мне обратный путь.
Жаль, что пришлось это сделать. Видимо, придется заказать новую статую.
Потрясающе. Я их уже все прочитала.
Я думала, что потеряла его. Thank you.
Наконец-то я смогу принять теплый душ. Чудесно. Надеюсь, Уинстон сумеет разжечь огонь вечером. Да! Лучник, похоже, целится в пустоту. Лучник, похоже, целится в пустоту. Какое восхитительно мрачное зрелище. Ну вот, дело продвигается. Я это уже читала. Изумительная мелодия. Когда в 19 столетии лорд Байрон дал название «Мосту вздохов», он думал о том, что чувствовал пленник в последний раз, глядя на красоту Венеции перед тем, как встретить судьбу в соседней тюрьме. Летом не стоит забывать об опасности наводнений. Ливень может идти, не переставая несколько дней, и переполнить реку Пирай, что, в свою очередь, будет угрожать Санта-Крус-де-Ла-Сьерра и боливийским низинам на юге.